Гайтога здана в грани личности и таланта. Потадам он литератур он форум райда та сагатер, что он упацахад он университета. Женгонд и ромфаша дешфолдештат, арбангом котана баштей, ама фашарай нагдуун фарашт ирташаджа. Машку Санкт-Петербург, Екатеринбург, Германия, ама Сербия. Заучака ума фаузы, что дуа бона агаш дуне ирташчетам фашид за найты бариш, кот фанышанко та автомай ахшчагу, гаждан тагай той шада дуунажи кадан мазал, ерай гуранжахал кайсауи. Литература ирташчеты ирон хажна дон масамадиш зинады тахай фанышанко той кадага хатты тайуа жардалу нарлаун канзыштам. Фиданаш гаждан тагай тойл ахашт каныша да дуунажи. Жбарагай канзышты гаш баштайы, яуас муштатайын каштышты Парижы. Общество любителей произведений Гайто Газданова в Москве уже несколько лет существует и возглавляет его доктор физико-математических наук, преподаватель МГУ Юрий Дмитриевич Нечпаренко, писатель. И вот его команда и его возможности – его знакомства дали нам такую хорошую подоплеку собрать впервые столь большой коллектив. А сегодня всегда рады разворачивать такие авторитетные культурные площадки. Особая благодарность организаторам форума за этот литературный праздник. Уверен, что участников и гостей форума ждут интересные дискуссии и новые идеи. Каждый из вас вносит большой вклад в изучение творчества и итогов данного. Спасибо вам за это.